А они по тебе пытались стрелять? Да. Не получилось, да? Ну, они мне в голову раза 4 попали. Подряд просто. Ну, это звук, местный, да, такой? Да, вот ломающийся это такой. Как будто башку ломает. Ну, понятно, понятно. Ну, то есть, мне с первого раза просто, понимаешь, они меня только увидели сразу. Просто 4 пули где-то и все 4 в голову. И тут они поняли. Да, тут они поняли. Что это админ? Хей-хей-хей, всем рыжего настроения. Как вы уже могли понять, мы находимся на сервере Rust F3. Ну что ж, друзья, сегодня мы вам продемонстрируем с Грант Ливончиком, да. Да, здравствуйте. Продемонстрируем, как мы наказываем тех, кто злоупотребляет читами. Мы очень не любим читеров, просто жуть как не любим, и поэтому мы будем особенно жестоки. Перед нами как раз домик этих самых ребят, которые пользуются... За тобой как раз вон типы бегут, которые вот, собственно, по всей видимости... Да? Думаешь? Да. Ну, не знаю, мне, меня это мало волнует, я иду к ним домой. Когда они услышат взрывы... Вот, видел, думаю, видел, попал в тебя. В голову, а, да, чисто? А им голимые вообще, ну... Слышь, прямо... а у меня стрела в голове торчит? Сейчас, ну-ка, дай-ка. Ну? А она, короче... Идите, дрись. Да-да-да, вот. Хе-хе-хе, парни. Привет. Вот это да. Минус один. Админ против читеров, мафаку. Печет. Вот это неожиданно. Так, где у них там? Спальня. Спальники. Спальники, так, а где ты? А, вот, бежит. Опа. Сломался парень. Надеюсь, тут нет подписчиков, потому что я убиваю все. Ой, я убил подписчиков, черт. Ну да, ну это как бы мы ребята предупреждали. Вот такие вот дела, господа. Слушай, а можешь ты мне подкинуть пару C4? Я хочу подорвать несколько стен. А где ты? А я вот сзади тебя прям. Вот, да? Ник, видишь, светится. Ну, лови. Бугагашеньки! Бугагашеньки! Итак, давайте что-нибудь подорвем. Давай, мы посмотрим, как это все дело рухнет к ядре. Не, я не буду пробовать. Ты просто... Анал карнавал! Почему я не взрываюсь? Можно мне убрать, собрать? Да, забирайте, да, забирайте. Банет! Вот просто... Suffer, bitch. Suffer, бан. Сейчас я пропишу такую замечательную вещь, как Uber. Как там, блин? Вот. Эй! Как там Uber Bow пишется? R4. Сейчас. Uber пробел Hunting Bow. А. Минус один. Бан. Танкинг Боу! Ты ж собака, ты заколебала меня! Нет стрел. А стрелы нужны, что ли? Убер Хантинг Боу, нужны стрелы? Первый раз слышу. Хе-хе-хе, да, ты думал. Ну ладно. Вот так вот мы разбираемся с читерами, господа. Не используйте читы на нашем сервере, иначе вас ждет та же самая участь. Приятной игры. Тю-тю-тю-тю-тю! Слушай, мне нравится. И такая музыка прям. Но. Все, кончили стрелы. Так, а еще есть такая вещь, как... Ага. Уги-уги-уги-буги! Уги-уги! Аааа! Бечет! Бечет! Аааа! Пойду еще медведя добуду. Мафаку! Кстати, видел, как этот топор выглядит со стороны? Да, видел. Ну когда я волка взорву? Вечес! Подойди их! Медведя подорвал, лол. Да ему... Это
подожди, зачем? Ну, я же хотел взорвать. Добываем руду C4. Ну что ты делаешь? Ты все мне искал там. Да она же не взорвалась бы, это же руда. Вон, давай медведя. Вот, отлично. Давай, давай, давай. А, все-таки урон наносится. Эй, а ты-то че умер? Лол. А чё в жопу? Я не знаю, почему я умер. Видимо, не настолько я бессмертный. Да, C4. Своим же оружием, видать, можно себя убить. Олень, олень, стой, олень, а!